Так, всем привет! Приехали из города. Сегодня 8 июня. Вот 13:40 времени. И смотрите, у нас такая вот жара. Это северная сторона дома. 30. Сколько тут? 32,5 градуса. Значит, вот солнце у нас. И вот еще один градусник. Но здесь он в тени листвы. Вон там он, у нас солнышко. Ну, часть, наверное, попадает на него. Смотрим, сколько он тут у нас. 34. Вот так, короче, у нас тут жарит. Индюков открыл дверь в теплице. Снял эту самую решетку. А вот они уже вышли. Короче, выпустил я их, чтобы походили, может быть, здесь немножко проветрились. Все-таки в теплице спертый воздух. Здесь ветерок. Ну, там тоже ветерок есть. Но не знаю, короче, правильно делаю, нет. Рано им на улице гулять, но вроде сухо. Этих паразитов на земле не должно быть, которые гистаминоз вызывают. Ну, в общем, посмотрим, правильное это решение или нет. В теплице. Так, в теплице. 30. Да ё-моё, потише. Ну-ка, тихо. Не слушается папку. Короче, 30,5 в теплице. Можно ее водой облить. Сейчас там резко температура спадет. Но воды жалко, если честно. Колодец не бездонный. Нет, ну как бы вода не кончалась, но кто его знает. Так что вот, будут немножко у нас походят, погуляют. Сегодня, какой у нас? 8, да, 8 я сказал. 8 число. 12 им будет 3 месяца. Вот, может быть, сегодня, раз такая оказия, перед тем, как их обратно в теплицу сажать, дадим им по таблетке метронидазола. Теоретически должно быть последняя пропойка противопаразиторным этим средством метронидазола. И, наверное, сегодня мы это сделаем. По таблетке в клюв дадим. Слушайте, ну им походу нравится. Все вон распушились, отряхнулись, бедолаги. Сидели там в загоне, в заперти. Ну все, ладно, пусть сегодня гуляют. Так, ну теперь самое интересное. Давайте посмотрим, какая температура у нас в основном курятнике для бройлеров. Я дождался, пока солнце максимально нагреет это помещение. Смотрим температуру на улице. У нас температура какая? 33 градуса. Сейчас сколько? 4:30 пусть будет. Так, и посмотрим температуру на том градуснике. Ну, для порядка, как мы делали ранее. Здесь у нас 35,5. Солнце шпарит вот отсюда. Курятник на солнце. Ну, пойдем посмотрим, какая температура в курятнике. Так, ну заходим мы в курятник для бройлеров. Смотрим, какая у нас здесь атмосфера, какая температура. На улице на солнце 34, в тени 33. Так, здесь у нас что? Давайте покажем. Здесь одно, второе окно открыто. И на той стенке третье окно тоже открыто. Так, вот я стою в проходе и чувствую такой слабый ветерок. Небольшой бриз, как бы, да? То есть есть движение воздуха. Температура на верхнем ярусе 30,5. На нижнем ярусе 29,5. Птица
чувствует себя не просто, скажем откровенно, это для нее высокая температура. Ест она вот зерносмесь, у нас уже готовится к забою на среднем ярусе. Вот они тоже, клювы открытые. Ну, жарко, жарко, что говорить. Конечно же, жарко. На верхнем особенно. Вот, молодежь переносит жару гораздо проще. Ей сейчас еще нужна температура какая-то, ну, повышенная, я имею в виду. Поэтому я их досрочно перевел из брудера, учитывая, какие у нас погодные условия сложились, жара на улице, как бы все окей. Так, экраны эти я доделал на всех кормушках. Результат мы можем наблюдать на полу. Ну, конечно, разброс все равно есть, но он меньше. Меньше раза, наверное, я бы сказал, в 3, в 2,5. Ну, ладно, меня устраивает, пусть будет так. Так, ну, в общем, вот такие вот у нас условия сейчас курятники. При жаре на улице 34 градуса на солнце. Наверху, на верхнем ярусе у нас 30,5. Напомню, что все эти термометры, которые я где-либо использую, они все проходят калибровку по термометру. Ну, знаете, наверное, такой видели. С двумя шкалами, которые еще влажность показывают. Но должен быть точным прибором. Будем надеяться, что нас не обманывают. И он таковым является. Так, значит, у нас помыты вот эти клеточки. У нас помыт брудер основной для бройлера. Мы помоем, вот сейчас вынесем брудер для индейки. И все оборудование у нас будет более-менее готово. Эта клетка чистая, только я заселил сюда после отъезда вот этих вот товарищей. Эти в количестве, сейчас они здесь содержатся, 127 штук их в этой клетке, в трехъярусной. Часть переедет вот в эту помытую. И все, как бы, пока мы упираемся где-то в цифру 150 штук единовременно крупных особей мы можем содержать в этих двух клетках. Ну, не считая молодежи в брудерах, вот в этих вот, но крупных единовременно 150. То есть срочно требуется, конечно, увеличить количество клеток, но пока на них нет ни времени, ни средств. На материалы я имею в виду. Материалы все-таки я хочу делать из металла. Металл дорогой. В общем, пока так. Посмотрим, что дальше будет. Может быть, я сделаю из дерева что-то дополнительное. Ну, короче, будет видно. Так что вот такие вот температурные режимы содержания бройлера в такую жару. На улице, напомню, 34 градуса. У нас уже где-то дня 3-4 держится такая температура. Нет, вру, ну 34 вот сегодня день. А так было 30-31. Так что вот такие дела. Индюков мы даже на сегодня выпустили. Но походу они все-таки останутся у нас в теплице, потому что эти сволочи взяли и порылись в винограде, в моем ценном сорте, в только что высаженном. Ну, в общем, короче, они будут наказаны. Все, всем спасибо за внимание, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось, дизлайк, если не понравилось. Всего хорошего. Так, ну вот, я не уследил. И результат того, что мы выпустили из индюков. Вот они решили здесь обеззаразиться, вот в этой вот земляной куче, где виноград у меня растет. И сломали мне один рукав. Прекрасно. Я счастлив. Молодцы, ребята. Еле удержался, конечно, чтобы их не побить. Ну, пару пенделей они получили, конечно. Так, ну, в общем, короче говоря, не знаю. Надо чем-то отгораживать, чем не знаю, нечем отгораживать. Так что, ребята, будете вы теперь сидеть в заперти. Сами виноваты. Все, индюки, держитесь, хорошего настроения вам.